Всем привет! Меня зовут Алена, и да, я в кадре без макияжа лица и в махровом халате. Все потому, что сегодня я хотела бы с вами поговорить о корейской косметике. В частности, мы попробуем в первый в моей жизни кушан. Также я расскажу и покажу, как правильно умываться азиатской пенкой, и попробуем их знаменитую скатку пилинг. Предлагаю начать все-таки с кушана, потому что, ну, прям очень ужасное мое лицо сегодня. Это неудивительно, меньше надо жрать сладкого. Ко мне в руки попал вот такой вот интересный кушан корейский фирмы Number One Face. Наверное, это так читается. Он уже активно продается в России. У меня оттенок номер 21. По сути, кушан — это губка, пропитанная тональным средством. Упаковка выглядит вот так вот, очень красивая. Черная прям такая. Внутри у нас зеркало. Здесь у нас маленькая подушечка. И мы открываем нашу секретную дверцу. Оп. Все, что нам нужно, это взять подушечку и пару раз нажать на вот эту вот губку, чтобы пропитать ее. Насколько я знаю, все кушаны делают очень тонкое натуральное покрытие. При этом SPF у них самый максимальный. Здесь, например, 50. Но также стоит учитывать, что корейская и вообще азиатская косметика, она рассчитана все-таки для высветления кожи. Поэтому может получиться такой светлый-светлый блин. Действительно ложится тонюсеньким слоем, но прям очень сильный кроющий эффект. Зачем делать толстый слой тональником, если можно взять более концентрированный продукт и наносить его тонко? По-моему, уже красиво, слушайте. О, на камере, конечно, разница колоссальная. Посмотрите на эту половинку лица и на эту. Ну, тут да, совсем печаль, беда. И с другой стороны, такая вот прям фарфоровая кукла, абсолютно без изъянов кожи, нет ни одной расширенной поры, прыща или какой-то неровности в цвете. Посмотрите, как красиво. Ну, прям аж не верится. Ну, как? Ну вот как так может быть? Так, давайте я закончу со второй половинкой лица, и мы посмотрим на результат. Вот такое вот привидение из меня получилось. Я как будто в глиняной маске сейчас. На самом деле, мне очень понравился продукт. То, как он не ощущается на коже. Единственный промах, конечно же, с цветом. Он определенно слишком белый. Ну вот, посмотрите на шею, да? Но в целом, это так комфортно. Вот просто даже никакой сисфилевидный крем не сравнится с вот этой вот тонкостью покрытия, при этом максимальной перекрываемостью всех проблем. Ну что, я пойду умоюсь, и мы начнем тестировать нашу пенку для умывания. Пенка у меня будет корейская. Это фирма Amore Face, вот такая вот новенькая. Первое, что нужно понимать, это не средство для снятия макияжа. Это пенка для умывания. То есть вы ее наносите на очищенный от макияжа кожу. Смыть тушь она вам не сможет, скажу сразу. И мы с вами вместе перемещаемся сейчас в ванную комнату и пробуем ею умываться. Продукта нужно немного, где-то сантиметр-полтора. Как видите, она в виде такой вот жемчужной пасты. Довольно, кстати, плотная. Теперь я добавляю немножечко теплой воды и пробую растереть между ладоней. Она превращается в что-то наподобие пенки для бритья. Такой плотной консистенции. Теперь добавляем еще немножко воды и теперь пальцами как будто пытаемся ее взбить в пену. Как только мы увидим однородные такие пузырики, ее можно будет наносить на кожу. Старайтесь это делать очень аккуратно, массажными движениями, не тянуть кожу. Если прям она очень загрязнена, подержите продукт подольше. И смываем все тепленькой водой. И да, я решила смыть сразу же макияж глаз. Прям сильно хотелось мне очищения. Не пугайтесь, у меня слегка красноватая кожа. Все из-за того, что она чувствительная, она всегда так реагирует, даже при том, что я умываюсь довольно прохладной водой. Об ощущениях. Если правильно ее использовать, она очищает кожу вот действительно до скрипу. Когда вы умываетесь водой, вы прям чувствуете вот этот вот звук, да? Сам процесс очищения какой-то мягкий, приятный. Никаких стягиваний кожи, раздражений глаз и так далее. Даже вот я в линзах, мне абсолютно комфортно, хотя это мыло себе глаза и брови. Переходим к самому интересному — пилингу. Для этого я возьму вот такой вот гель, тоже от фирмы Amore Face. Он идет с рисовыми отрубями, и это их бестселлер. Беру небольшое количество продукта, капельку вот такую вот, и наношу
на кожу, прям тоненьким слоем. Сейчас мы ничего не трем, хотя, видите, уже скатывается сразу же. Я на самом деле думала, что это развод, ну не может прям кожа вот так вот валики скатываться. Когда я использовала ее первый раз, действительно очень много было вот этих вот катышек. И я заметила, что в основном они были в районе вот подбородка, прям кусками отпадали. Потом я начала использовать ее каждую неделю и увидела, что на том месте все меньше и меньше их становится. А значит, меньше вот этой вот сухой мертвой кожи. Мне, как человеку с сухой чувствительной кожей, избавляться от омертвевших частичек просто очень необходимо. У меня всегда шелушится кожа, особенно в районе носа. Постоянно я с ними борюсь. Раньше я использовала такие скрабы, сейчас прям очень постела на пилинге. Они мягче, они удобнее, они комфортнее, они не травмируют кожу. И действительно шелушинки уходят. Об ощущениях. Запах очень нейтральный, похоже на какую-то самую простую уходовую косметику. На ощупь как будто частички соды в геле каком-то, да? Я наношу немножко больше, где там подсыхает. Скатывается, надо быстро работать. Мы не трем, а катаем. Ну что, она немножечко подсохла, я пошла умываться и обязательно вам расскажу об эффекте. В итоге у нас получается кожа младенца, не меньше. Очень мягкая, вот видите, она блестящая, как будто отполированная. Вот хочется к ней дотрагиваться, как будто не своя, какая-то пластиковая, лаковая. Не знаю. В общем, время увлажнять кожу, я чувствую немножечко стягивание уже пошло. И еще хотела вас предупредить, долго не держать на коже вот этот вот пилинг, иначе будет жечь, будет неприятно. Я еще хочу нанести патчи под глаза, вот такие вот корейские Gold Raccoon. О них детально я расскажу уже в следующем видео. Да-да-да, не все сразу. Теперь наношу свой стандартный крем для лица. Я, честно говоря, сейчас не заморачиваюсь, использую тот, который я покупала еще в Египте, когда-то очень давным-давно. Возможно, вы мне посоветуете какой-то хороший крем для чувствительной кожи. Буду прям очень благодарна. Ну вот такая вот я красотка сегодня. Время идти в кровать. Я, наверное, сейчас почитаю Шантарам на ночь. Вам огромное спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу. Боже мой, в таком виде я еще ни разу это не говорила. Спасибо вам огромное за внимание. Я вас всех целую. И пока!